Добрый день, подписчики. Сегодня сделаем обзор дома с плоской кровлей, который мы построили, делали в этом году. Так. Вот такой вот домик с плоской кровлей, 230 квадратов. Сейчас мы в него зайдем. Внешняя отделка — мокрый фасад плюс деревянный планкен. Цоколь обшит плиткой пластиковой, цокольной. Справа это у нас комната, сверху которой предполагается открытая терраса. Она еще не сделана, поэтому дом не совсем в законченном виде. Сейчас мы в него зайдем. Сейчас покажем вид сзади. Здесь также планкен. И снизу цокольная плитка. Здесь, соответственно, тоже есть вторая терраса, нижняя так называемая. Тоже полуоткрытая. Есть, которая под крышей, есть открытая часть. Сзади вдалеке баня, тоже из C-панели, только с CSP. Вот такой вот домик, сейчас зайдем вовнутрь. Парадный ход спереди, но там пока грязно, поэтому мы там не заходим. Это у нас запасной, можно сказать, выход. Сразу, как только заходим, попадаем в котельную. Здесь электрические щитки. Вода заведена, котел уже висит, счетчики и остальное. Здесь такой небольшой хозпомещение, предбанник. Разводка, как видите, сделана по гипсокартону, в стене, внутри. И вот мы попадаем в одну из там, самых больших и светлых комнат. Здесь будет кухня и мини-гостиная. Вот у нас так вот разводка делается в дутауровых балках электрики, чтобы ничто не уменьшало высоту потолка. Ну, здесь пока вот внутренняя отделка не сделана. Здесь большие окна с выходом на террасу. В принципе, здесь можно открыть. Вот так это все выглядит. Дальше пойдем. Дальше идем. У нас здесь, ну, собственно, в большей степени вот это будет гостиной. Здесь тоже очень хорошее остекление. В принципе, тут очень светло днем. Вот такие вот. Здесь окна глухие. И вот окно открывающееся. Здесь, соответственно, будет потом в последующем выход отсюда и проход в баню. Дальше пошли. Это у нас холл, получается, перед входом в дом. Еще не все двери. То есть, когда выходишь на улицу, это предбанник. И вот, соответственно, вот вид. Вот баня. И тут две двери. То есть, это вот парадный вход. Вот и дом, это предбанник. Сейчас закроем. Так. Дальше пошли. Здесь у нас санузел небольшой первого этажа. Здесь у нас под лестницей, соответственно, тут для всякого вещей место. Это у нас спальня на первого этажа. Дальше мы уже идем на второй. Весь дом перекрыт бутауровыми балками. Это у нас, соответственно, лестница и C-панели. Вот так расплит коробки повешено в этом объекте. Поднимаемся наверх.
лестница СИП. Хотя она не скрипит ничего. Здесь такой у нас получается холл. Это у нас вид. Здесь у нас дверь с выходом на террасу. Из холла получается. И далее она будет, она же из комнаты. Вот, соответственно, одна из спален с выходом на верхнюю террасу. Так она выглядит. Здесь у нас санузел второго этажа. С ванной, со всеми делами, как полагается. Дальше мы идем. Это у нас вторая спальня. Вот такого. Здесь уже классическая разводка по потолку. Сама крыша RC-панели в данном проекте. И получается третья спальня. Самая большая мастер-спальня, как ее называют. Здесь таким угловатое такое окно. И здесь же есть еще дополнительно кабинет, тоже с угловым окном. Вот такой вот домик интересного дизайна. Это у нас вид на баню сверху, кстати говоря. Баню тоже, возможно, сделаем обзор попозже. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно.